Вот почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна. Елена Степаненко не собирается делить поровну нажитое в браке с Евгением Петросяном. Артистка планирует оставить супругу всего лишь 20% от внушительного капитала, который по некоторым данным оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Что стало причиной такой категоричности? Ненависть, жадность, ревность? Остается только догадываться. Сами звезды ситуацию никак не комментируют, поэтому зацепок для развития этой темы практически нет. Чтобы приоткрыть занавесу тайны, понять мотивацию героев этой скандальной истории, а также спрогнозировать дальнейшее развитие событий, журналисты обратились к профессионалам. Психотерапевт и юморист прокомментировали ситуацию. Первый рассказал о чувствах, которые движут Еленой, а второй объяснил, на что в реальности она может претендовать. По словам психотерапевта, желание Елены получить 80% от всего нажитого может исходить из трех причин. Первое – это желание Степаненко уничтожить Петросяна. Самый основной мотив, который двигает человеком, который хочет забрать у партнера или супруга все нажитое – это злость, обида и желание сделать партнеру больно. Деньги во все времена были мощным инструментом воздействия, и он очень часто применяется с целью принести другому вред – отомстить.